С вами Мегаобзор.ком, и в центре внимания сегодня у нас простая игра. Это Last of Catch, доступная на PlayStation. Игра доступна в 4 регионах, и игра создавалась в первую очередь для того, чтобы коллекционировать трофеи. Ну и, конечно же, платины. Здесь один платиновый трофей и 11 золотых. Игра очень простая, выполнена в ретро-стиле. Вы ковбой, вам нужно собирать коров. Максимально необходимо собрать 3000 очков. И есть ситуативные варианты, такие как, например, поймать 7 коров, одновременно поймать 2 волка, если ловите волка, это гейм-овер, поймать всего 50, 100 коров и 150 коров. Игра очень простая, проходится буквально за минуты, ну, естественно, игра не претендует на какие-то там высокие ценности, нет никакого сюжета, это только платиновый трофей. Last of Catch. Лайк, подписка приветствуется. Пока-пока.